Эссенси Тотара. Вокзали Татвала. Бензин чистый, как вода Ниагара. Летит сквозь дым перегара. Удал. Кстати, Гет. Ты посмотришь, как эффекты меняются вообще сейчас? Сейчас. Бабых. Я ебань тебя, я по старинке решил. Бабах, это хрен там. Вот видеозапись. Надо добавить пасту. Тебе бом, бэм, 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 бэм. Добавить. Во, все. Сохранить. Так. А, зуб прошел. Ты видишь, нет? 3 секунды, пока не вижу. Сейчас я следующий закину и посмотрю. А там сколько будет время? Минут 10. Удалять не буду, лучше у меня он нужен будет чисто для себя, для истории. Так, номер 7 закинут, давай следующий. Теперь какой у нас там, да, вот получасовой видосян. А вот не такой случай у него был у Супра. Сейчас, секунду. Да, вот как на пазиках. Да, что-то похожее. Ну, Альба, я готов смотреть. А, у него, значит, Вивуд стоял, а не вот этот. Да. А что ты там вместо Вивуда поставил? Вивуд. Ага. Не, у Альбы зависло ДНК. Я имею в виду этот, как его? Вот этот. Я думал, вот этот у него стоял. Вот, смотри. О. Оказывается, нет. Ну вот. Отвисло, смотрите. Актана, походу, отошла, мне так кажется. Или спит. Не слышим. Тут я. А. Куда она? Она здесь. Да. Блин. Осталось 59 минут, ебать. Блин. Вот реально на час. Гэт, конечно, винёт, кривоватый, я бы сказал. Кривой винил тут, вот этот вот корпус, он как-то весь на вот это вот располагается. Ага. А, пока я делаю кое-что, типа, скриншоты и тизеры для там всяких, это самое. Для соревнований в группе. Пора потихоньку возобновлять историю, потому что как-то глуховато. Здесь кучка, я бы сказал. Короче, смотря вот что я сделал. Допустим, вот лучший скриншот недели, гонка, погоня, дрифт, тогда превьюшка будет. Ага. Вот что-то было. Во, вот так. Положение и кейн. Хлоп, по максимуму.
Вот так. Это что за эффект такие? Интересно. Что за напоминает? Ты про вот этого? Да. Я не знаю, оно падает. Не знаю, может как погодный эффект именно этого места, я не знаю. По-моему, это какой-то наркоманский бред разработчиков. А может во всем виноваты модифицированные текстуры? Что произошло? Оксана вылетела. Альба, ты здесь? Ну, я ж играю, значит, я здесь. А, фу. Оксана, значит, полетела куда-то. Полетела и чирикаю. Не знаю, куда. Так а нахрена туда я демку включу? Если ты не смотришь. Я поглядываю иногда. Сейчас я привычку для собирания сделаю. Пошло ты. Кто-нибудь мне скажет, что это за наркомания такая, а? Полоски? Вот как бы. Господи, что это опять что ли? Да. Жесть. И опять звук пропал. Значит, скоро вылет в игре будет. Я, кстати, даже вас не слышу. Да. Потому что меня, наверное, слышно. Текстурки берут и пропал. Ладно. Звук есть. Ну как прививку, то есть чтобы в пост скриншот вставляете с надписью там тюнинг батл или что-то. Ну что-то, что призывает тип соревнований.
в данный момент кто чем занят? А, Данил играет, я смотрю сейчас. Вот как он играет. Меня уже догоняют, смотрю. Денчик, слушай, а как ты в андеграунде? А, сейчас, подожди-ка. Кого, кого, кого? А у него мобил, телефон зазвонил. Короче, следующий этап. Это у нас турнир, кстати. Что ты хотел спросить? А, как ты в андеграунде втором перенес винил Вика из Most Wanted, да? На Супру. Так, Зет. Да, моды. Я, например, делал винил Виглу на Eclipse, винил Камикадзе, ну типа... Хотели когда-то выпустить этот винил пак, пока не получилось. Да еще плюс... Я там, короче, ради угара на 350Z перенес этого, винил Ронни. Данил, попробуешь сам тогда на 3000 GT Webster замудрить, и тогда выпустим уже полную упаковку. Я что-то пока этим не занимаюсь. Ну ладно, у меня пока лежит, если что, так будет время. У тебя там, говоришь, кривой? Да у меня он ужасный, я такие сложные винилы пока не могу делать. Я больше привык вот спортивный стиль или там что-нибудь такое, вот кузовные я не делаю, как пойду. Бля, бегу, у меня получился нормально, там, чокаю, но тоже нормально. Ты про что сейчас сказал? А, по винилам. Мы когда хотели сделать упаковку винил, то есть полного списка Гандера. То есть всех. Razer их легкотня, кстати, сделать. Ну, Razer... А кто делал, по-моему? Ты делал или да. Я? Да. Ага. Я, по-моему, делал... Мию делал вроде, если не ошибаюсь. А Минг-то зачем? Не, Мия. На RX-8, по-моему, я ее делал. А, бегу делал я. Камикадзе делал я, по-моему. Тибурон. Да. Угу. Теза делал ты, Гольфа делал ты. Вика тоже делал ты. Изи, я не помню, кто делал. Никто. Вот его надо еще будет сделать. Ну попробуем что-нибудь потом. Но на основе скриншотов твоих и моих, вот твои из Волды еще взял твои скрины. Послал шестым, как сделал лучший скриншот в деле, превьюшка, гонка, потом это плюшка на соревнованиях. Лучший стрим в деле, плюс батл, плюс скриншотов. Кстати говоря, там группа. Кого? Лич. Ты прерываешься. Что он там говорил-то? Ничего не понял. Он прерывается, кстати. Я заметил, я думал, что у меня глюки. Я говорю, там у Сереги что, группа стоит, что ли? ВКонтакте? Походу. Его все стоит. Так мои посты там стоят, и еще пофигу всем. А их просто никто не хочет просто тупо публиковать. Один я публикую, и все. Я раньше фотки Железной Дороги там публиковал. А уж с машинами. Thank you.
что ли, онлайн. Вот тут сделано. По запаску. Гет, у тебя есть хоть какое-нибудь желание в андеграунде втором поделать скриншоты? Пока нечего особо скринить, когда туда что-нибудь модить, тогда можно будет поскринить. Спасибо. Ладно. Так, да. Вообще я имел в виду в плане автомобилей просто. Не знаю. Я сейчас сделал превьюшки битого скриншот. Лучший тюнинг недели. Лучший скриншот недели. Погоня дрифт, тюнинг, и онлайн сход. И сделать, например, превьюшку для... это не у нас. Фотошоп первого фау, чтобы лучше фотошоп недели выстраивать. Я в шоке. Такие моменты себе вспоминаются. Со своим микрофоном рявым. Сейчас, конечно, у него получше. И наушники получше. Зальет, я его вынесу и там пойду. Уже полно. Блин. А сейчас еще... Блять. Что это такое? Это какой-то ахтунг. Это что это такое, блин? Я не знаю, это все мои наушники. Теперь ты понимаешь, почему я хочу их заменить? Ага. Я тебе не завидую. Я себе тоже. Сейчас через ВЛТ занимаюсь отключением барьеров.
Кстати, заметь, выхлоп не там располагается. О, смотри, есть же место для выхлопа. Ага. Выхлоп не там располагается. Это баг. Недостаток. Что-то не кажется баг это. Такой небольшой. Потому что там этот, как его, выемка под выхлоп есть. Но почему-то... Ну или, я не знаю, или просто недоработка. Ну почему-то выхлоп располагается с другой стороны. Что за бред? Ну как у Skyline он отображается с этой стороны, блин. Это было. Да. Серьезно, как вы вообще в это играете? Чё? Вот то, что ты сейчас играешь. Очень просто. Да, тут другое управление, ничего. Управление можно настроить под клавиатуру. И играть. Блять. Нахера понаставили вот с этой херни? Она мешает. Поехала, блядь. Переворачивать. Чё такое? То есть это
затригерить Билл Машала, но не получается в беседе Сереги. Да не надо никого, блин, там триггерить. У тебя там выгонят сейчас. Громышу. Или он страницу удалит. Есть у него страница, только что он не сходил. Ну, может, и опять длитнуть на время. Ничего, мы его найдем все равно. Эх, блин. Завтра мне предстоит еще какой-нибудь ракурс найти в андеграунде втором, чтобы Феррари заскринить. Феррари? Че, Феррари поставил? Короче, где-то через полчаса, через час вернусь. Давай, удачи. Ладно. Вот, говорит, самое сейчас главное, мне не врезаться опять же. Ну да. Ладно, ошибка, и все. Ага. А в водосливе тут всякой херни понастыкали. Вот эта тачка, вот эти трубы, в которые можно влететь. Вот, влетел. Это мне еще повезло. Это еще мне повезло. А, кстати, а почему этот Skyline не открывается, я понятия не имею. Который на это, на превью. Бар тоже на превью. Он в игре, кстати, есть. Как соперник. Один раз только встречался. Может, за онлайн дают? Онлайн? Угу. Да ну его нафиг, GTO тут, блин. Это GTO, кстати, а не Сентра. Да. Вот, блядь. Трафик, блин, не вовремя.
Опа! И сам влетел. Видел, как я сейчас подставил? Красиво. Так вот их иногда можно подставлять. Когда при этом машину развернуть можно. Вот в чем дело. Не, я имею в виду это. У меня сейчас, например, получилось впилить чувачка в трафик. Это сумчик решает. Ваш прикол. У меня еще было дело, я впилил одного чувака в эту. В эту колонну. А, у меня тоже там такое было. Это по случайности произошло. Это не специально. Если бы специально, то я бы не знаю. Я бы развернул нахрен. Я говорю, когда пытаешься кого-то специально печатать, то ты сам и... О! Видал, что натворил. Это бот. Видел, да, что натворил? Я заметил. Что-то там это выделывался, выделывался, в итоге сам же ушатался. Самоликвидировался. Меня больше говорить это слово ушатался. Тянет говорить. Чего? 3-4 круга вы убираете? Нет там такого. Смотри, 4 круга. А, 4, а 34. Я охренел, там 34 нет такого. Ну не дай. А 34 нет. Я вообще-то сказал 4, а не 34, алё. Ну послушай, что это бывает. Ну хрена мне везет. Блин, это на волоске было, чтобы трафик пословить. Блин, вот этот пикап я не видел, например. Они там спецом попадаются именно тогда, когда ты их не видишь. Там это как троллинг оставлено. Так что не удивляйся, там спецом так заведено. Что они у тебя спавнятся перед глазами? Да, там так заведено. Это перед рабом скажи. Называется. Спасибо за такую хрень. Например, этого пикапа я не видел. О, хрен, он что, с воздухом образовался? Они спецом так перед носом и в узких местах. Странно, а почему вот этой версии в обратную нету стадиона? Не знаю.
А в оригинале же нету в обратную сторону? Есть, конечно, много. Я имею в виду вот этого стадиона. Пока версии первого есть и в обратную, и прямо. А тут нету, ну, кстати, стасы даже в обратную. А тут нету, кстати, в обратку. Ну и завезли, значит. Мы катаемся всего лишь в эту, в одну сторону. Так, ты не помню, я когда-то там обратку встречал. Я вспомнил. Здесь? Потом что-то есть. Да, что-то было, по-моему. Как раз вот там, где или мастер, или машина, вот там где-то. Обратная сторона, ну понятно, стадион тоже в обратку. Да, ладно, видос не загрузился, не считал, что... А, за место этого стройка была вообще. Вот этот вот подбрыж, подпрыг, вот этот мост, он был разводной, а не обычный. Ну ладно, тогда видос я завтра залью, потому что я его убал с залива. Последний видос вот номер 7, кто я загрузил. Собственно, вот он есть. Skyline, Pontiac, GTO. Нормально. Так, сейчас мам секундочку что-то сумел. Subaru, смотри, вот Mazda есть. Тут фига тут. Там все есть. Все машины. Фига там против кого меня выставили.